приземники на Хитроу. Чтобы сбросить наш груз, их нужно отключить. У каждого есть портативный дрон, способный взломать терминал ПВО. Говорит капитан Амари. Первая батарея ПВО сразу за углом. И, Эльфа, не смей врываться туда один. Терминала, пока он идет. Так, пошел гулять. Я тоже пошла. Вы там сидите, Старбо. Тусуйтесь. Броня! Что такое, Райнхард? В одиночку веселишься? Всех ботов распинал, ну? Это мне все ботов гоняет вообще. А, так ты Мерсия всех ботов распинала. Мы все верим в тебя, Трейсер. Спасибо. Ну, там Мерсия, глянь, вообще Дефендер просто. Надеюсь, она будет хилить. У меня сегодня была такая, о которой вы мне сказки рассказывали, я не верила, что они существуют. Которая батл Мерси? Да, она не хилила, даже когда я на кнопку нажимала по несколько раз похилить. Вообще полный игнор. Полетайте, черти, я вас всех положу. У ликвидаторов щиты, попробую их обойти. Блин. Ты очень мило его откинул. Идет взлом. Вот и они, твой сектор наступает со всех. Сектор наступает со всех сторон. А, был еще сегодня такой торп, который, короче, броню бросал так, чтобы всем было неудобно ее брать. Мне надо было специально бежать какую-нибудь сторону отдельно. Зачем он это делал? Не знаю. Не все торгу гении. Когда же мы запомним, что помником нельзя верить? Да что такое? Группа бойцов 0 сектора. Обычно все тут тусуются, никуда не бегают. Да, знаю, но пока живая. Да, у меня тут ликвидаторы справа. Внутри. О. Если что, говорите. В центре один. На выходе. Ага, иду. Нет, иду. Забрала. Один ликвидатор почти полностью восстанавливает мне ульту. То есть ликвидатор, по идее, вообще мне лучше в одного заваливать. Он дает 60%. Если я его отпиливаю. Ну, тебе выгодно, да. Я так что не мишенью в ликвидаторов. По-моему, Оль все-таки лучше на точке. Думаешь? На грузе. Да. Я сколько потому смотрел, что... сегодня все ставят туда. Они... Потому что бывает, что просто-напросто эти ланцеты. А влево. Он по ланцетам стреляет, он просто рассредотачивается на этих всех. Вот здесь, когда... Вот с этой точки, когда подходит ланцет, ее турель не видит. Так ты его убиваешь.
убивать тогда. Так, что вперед? Ну, началось. Торбьон, почему груз не едет? Он прогревается. Логично. Эй, ну вы всех распинали. Я вообще даже шага не сделал. О, господи, неси отсюда. Когда видишь много мелких, распинывай их. Сева. Значит, можно двигать? Не совсем. И чего я ждал? Отряд, готовьтесь. Говорите, с какой стороны, Васик, я что-то тут теряюсь постоянно. Там пока просто бомбочка. Угу. Ну, это не страшно и не сложно. Планцет с слева наверху. Слева наверху. Планцет? Он спрыгнул. Ой, это ликвидатор. Извиняюсь. Опс. Дрёная нить. А, ну да, у нас же, блядь, мерсер с пистиком бегает. Пока Бастик. Только два про. Спрячусь за домик. Ой-ой-ой. Наверное, стоит сейчас. Я умерла, Бастик, короче. В смысле, стоп. Я извиняюсь, я приторможила чуть-чуть. Я, главное, дел свой делаю, а там. Оль, ты бы попросила хила. У нас мир сейчас, смотрю, припая. О, Бастик. Блин, он сразу разворачивается. Я в него стреляю. О, спасибо. Все. Вот в такой момент, когда выйдет и Бастик, и эта хрень, ты просто стой со щитом, скорее всего, я буду стараться вместе с Торбом из-за твоего щита раскидать Бастика. Потому что мы сегодня тут так груз продули. Райнхард пошел помогать Бастикам, вот как ты сейчас, а с другой стороны была бомба. И в итоге мы всрали. Груз. Бастик есть слева, нет? Нет. Хорошо, говорите, что я не помню. Ликвидатор далеко. Баст вправо. У меня ульта нет, сейчас турель снесут. Убиваем Бастика, защита. Я сейчас турель тут поставлю. Бью ликвидатора. Слева 4. Вон с этим. Закрываю грузом. Пока все, кончился. Угу. Баст справа. Бастик справа. Пошла. Баст справа. Блин, у меня жизни вообще нет. Саш, держи щит, Саш. Кончается. Кончается. Все, там тряся добьет, да. Тряся добьет. Спасибо за верие. Я в тебя верю. Добила. И она накопила ульту, пока в жопу ему плевалась. Да, убрать возьму. Господи. Я переставлю дверьку. Чуваки, а у нас 91%. Так, нормально. Она впереди лучше будет защищать. Бастик скоро идет. Саша, ты со мной. Я Бастика без тебя вообще не могу завалить. Нужно твой щит постоянно. Он уже здесь. Я ланцетов буду гасить. Да. О, господи, он слишком далеко. Он вообще на месте стоит.
Давай подходим. У меня же до расстояния порезанный урон. Можешь помогать убить сейчас. Нормально, все, да. Возвращаемся. Кто бьешь этого? 88, ребят. Идем уже. Да, там еще сейчас бастики будут. Сейчас шарик будет. Идет, да, говняшка. Сзади. Так, откуда сейчас будет? Сзади. Упс, нет, идет назад. Да, там. Да. Не вижу. Ааа, где-то трава прячет. Да-да-да. Нам нужна помощь. Спасибо, Саша. Я же не могу. Блять, я промазал про два. Нам нужен щит. Бах очень пропаленный. Нормально, 87. По-моему, там еще сейчас будет один бастик. Еще едет. Ланцеты бегут. Да, закрываю. Бегут. Сзади, я сейчас умру. Я пока закрываю ланцетов. Господи. Забрала. Помогайте, с другой стороны бастик. Уже разломали его. Господи, мы его почти довезли. Да. Не смотри вообще на груз, сделай работу. Да я не смотрю. Мы получили ачивку, чуваки. Это клёво. У нас Мерсе. Хоть и батл Мерсе, но, блядь, хорошая батл Мерсе с Аимом. Ну да, слава тебе, Господи. Всё, ладно, пока рисующий. Ачивку мы получили, на самом деле можно вернуть нахер. Ладно? Да ладно, человек, что бросать? Не-не, я шучу. Ну, имеется в виду просто, что мы прошли, и уже не страшно. Может, даже если сдохнем, мы не расстраиваемся. Да. Держи. Держи, я убиваю ее. Очень хорошо эти твои считаю убивать ее. Классно просто, обалденно, Саш. Пошли идти дальше щит, и мы бастион отдолбим. Просто охуенный щит. Серьезно. Где он? А, вот он. Да вот он. Я его отвез немножечко. Угу, красава. Я ставлю тупель ставлю. Слева. Саша правее ставлю. Ладно, не важно. Извини, тут просто ликвидатора не добили еще. Просто ликвидатор. Сейчас добил уже, турелька нужна, поэтому вот. Опс. О, бастион, подожди, стой. Надо бастиона забить. Бастион. Да. У меня щит кончился. Где? Сзади еще. А, я убью его. Все. Нормально. Восстанавливаю щит, у нас 5 минут, все нормально. У нас тупельки нет теперь. Нормально все. Здесь или в другом углу пошли. Сейчас я заберу говнюка. Да нет. Ребят, у меня 600 на щите. Все нормально, восстанови щит, нормально, зайди уже. Но... Я вот сюда перемещусь. Блин, промахнулся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Забрала ее. Я пиксель хантингом занимаюсь, помогите, пожалуйста. Блин, ликвидатор. Спасибо, Саша. Аккуратно там этот говнюк. Спасибо, Саша, ага. Я забрала его. Бас, впереди, танк. Иду. Где бастик? Ага, вижу. Он, бью. Я убила. У меня щита нету. Забрала. Хил. Так. А, да, извините, я просто прибыл, чтобы... Давайте, проходим. Проходим сюда. Я приду к вам сама, мне там не сложно. Угу. Так, Мерся только за тобой пошла. Господи, ладно, понятно. Оля, подожди. Я сейчас. Я его чуть-чуть буду поддамаживать. Давай, все. У меня, правда, щит не полный. Нормально. Я чаржусь. Нормально. Просто прекрасно, забрала его. Зашибись. Щита, правда, почти нету. Блин, я ее не вижу. Я промахнулся. Забрала Арису вместе с Олей. Где она последняя? А, вот. Все, мы победили, ребят. До победы. А, запинываем. Можно на легенду. Ну, сначала эксперт можно, а потом уже на легенду. А, ну да, или эксперт. Ну вот, немножко практики и все. Ну и просто все стеты, все дамажили. Угу. Нас Мерсел хорошо дамажило. Все-таки, в принципе, 10 косарей набила. Она набила больше, чем ты, Саш. Вообще-то,
Меньше. Не, убийств 88. Ну, не участие, скорее всего. Ну да, понятно, да, понятно, я просто шучу. Не-не, мы все были классные, иначе бы мы ачивку не получили, если бы кто-то косячил. Ну, вот буквально-то вчера чуть-чуть попрактиковались. Ну да. Все, теперь я остановлю запись.